Но сейчас я вам скажу условия для того, чтобы принять участие именно в этом конкурсе на 5 лицензий Minecraft с полным доступом. Следующий предмет позволяет нам с вами стать богом. Я ничего не подозревая, бегу. И всем огромный привет, ребят, с вами я, Дамбо, и это первое видео на моем лайв-канале. Ну, не совсем, конечно, первое, но формально первое. Давайте буквально 10 секунд расскажу об этом канале. Сюда я буду выкладывать все видео, которые по каким-либо причинам не подходят для основного канала, в том числе вот такие вот видео про команды, командные блоки, разные фишки и... Короче, вы сами все увидите. Также хочу вам сказать, что в конце этого видео мы разыграем 5 лицензий по Майнкрафту. И какие в этом конкурсе условия для участия, вы можете узнать в самом конце. Ну это просто изи, а не условия, считайте халява. Ладно, а теперь давайте приступим к команде. Естественно, для того, чтобы заюзать команду, нам необходим командный блок. Ну как выдать себе командный блок, я думаю, каждый из вас знает. В общем, вставляем в консоль нашу команду. И жмем готово. Клацаем по кнопочке. И у нас начинает генерироваться комната с командными блоками. Я, если честно, не знаю, как правильно она называется, но в принципе она похожа на серверную. О, это комната венец троллинга в Майнкрафте. Серьезно, вот играете вы с другом или подругой. И вот, ну вам скучно, вы устали выживать, вы устали там что-то строить. И именно эта команда вас спасет в этой ситуации. А на какой именно троллинг она способна, сейчас я вам покажу. В общем-то у нас здесь есть две кнопки. Одна на зеленом фоне, написано старт машин. И вторая на красном фоне, дестрой машин. Естественно, что красные означают нет, не надо, уходи. И все в этом духе. Но если перевести с таблички, получается уничтожить машину. Вот эту всю машину уничтожить. Просто жмем на кнопку старт машин. Вот он инвентарь настоящего троллера. Спавним жителя и начнем мы с вами. Давайте ему сделаем заборчик, чтобы дурачочек никуда не убежал. Все, теперь ты, дружище, в моей власти. Первый предмет в нашем троллинг-инвентаре называется One Hit Kill. Вот этот вот меч, алмазный, якобы зачарованный. Ну, по сути, это он и есть зачарованный. Это меч, как вы уже догадались, который может убить абсолютно все, что угодно с одного удара. Это типа как рука бога или что такое, я не знаю. Смотрите, вот мы берем этот меч и бьем по жителю. Па-бам! Просто представьте себе ситуацию. Вы играете с другом, запустили таки эту команду, главное спрячьте вот эту вот серверную командную комнату куда-нибудь подальше, вглубь, а лучше вообще под землю. И вы такие, ну-ка давай с тобой это, подеремся, по-пвпшимся. Берете этот меч, и все. И у вашего друга начинает бомбить. Как так? Ладно, не будем на этом долго зацикливаться и переходим ко второй команде. Она называется Zombie Invasion. Эта команда мне очень нравится. Серьезно, сейчас вы сами все увидите. Кучи зомби, просто они спавнятся бесконечно. Посмотрите, он спавнится. Ну все, считайте, они жителя сейчас уничтожат. Если бы у них было побольше свободного места, они бы его намного быстрее уничтожили. Посмотрите. Вон сколько их. Просто даже не успевают прогружаться эти все штучки. И вот так вот они носятся и убивают всех игроков, которые играют с вами. Следующий предмет позволяет нам с вами стать богом. Я серьезно, посмотрите. Бум! И житель превратился в ведьму. Извините, я чего-то не понимаю, но от молнии жители превращаются в ведьм. Чего? Мы кидаем снежок, и в это место начинают бить молнии. Вот, хоть бесконечно. Я знаю, что такая фишка есть в модах. Я знаю, что есть подобные команды, которые позволяют спавнить меч, который будет выдавать вот такие грозовые молниевые разряды. Но мы ведь собираемся с вами троллить друга. Вот как вот он догадается, что вы стоите не просто со снежком. Вот у вас снежок и снежок. Когда же эти придурки на заднем фоне успокоятся? Следующее яйцо... Яйцо в хорошем смысле. Называется Фризи. И его функция заключается в том, что... Оно спавнит вот такую вот свинью. Чего? На самом деле это не просто свинья. Вот вы ее спавните, и все игроки, которые играют вместе с вами, замедляются.
и замедляются они до тех пор, пока вы эту свинью не убьете. Ну, благо у вас есть меч, который убивает с одного удара, и вы просто хоп, и нет свиньи. Опять же, представим ситуацию. Вот вы играете такие с другом, и а давай на перегонки, к примеру. Вот до того, от самого дальнего дерева локации, кто из нас быстрее прибежит. Вы отходите в стороночку, типа дай мне время подготовиться, спавните эту свинью, и все, и ваш друг полностью в пролете. Следующая штука в инвентаре для того, чтобы создавать вот такую конструкцию. Короче говоря, когда вы спавните эту штуку вблизи вашего друга или просто человека, который с вами играет вместе, он автоматически залетает в эту ловушку. И он не может оттуда выбраться. Эй, Дамбо, спаси меня! Хочу еще раз напомнить, что вам не нужно спавнить эту клетку именно на игроке. Вы можете ее заспавнить в любом относительно небольшом радиусе, и он автоматически в нее залетит. Прям мгновенно. К сожалению, мне не с кем сейчас снимать подобное видео. Так бы я вам, конечно, с удовольствием показал бы, как это работает именно на живых людях. Следующее зелье, или же взрывной бутылечек, называется Jump Boost. Представим, что я тот самый ваш друг или подруга. Чё? Вы кидаете это зелье, я ничего не подозревая, бегу, прыгаю, и все, и это происходит, пока не снимется эффект. Даже вы так вот просто можете повеселиться и попрыгать. Следующая штука называется веб-трап. Что она означает? Опача! Все, и в том месте, где вы ее заспавнили, человек попадает в просто... Ну, очень долго проходимую ловушку. Он идет, он не знает, что делать, он не может выбраться, и вот он выбирается. Представьте, как у него забомбит. Сейчас я покажу вам, как это выглядит все сверху. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давайте вот заспавним жителя. Вот, мы сразу нескольких жителей заспавнилось. Мы делаем это вот так. Хопа! Все, они попали в ловушку. Можем сделать вот так, немножечко отлететь, и они опять попали в ловушку. Представьте, сколько им времени потребуется, чтобы из нее выйти. Но это, в общем-то, и все, ребят. Спасибо за то, что посмотрели это видео на моем втором канале. И такие видео здесь будут выходить довольно-таки часто. И хочу вам сказать о том, что в каждом видео на этом канале будет конкурс на лицензии Minecraft. То есть для постоянных зрителей шансы просто огромные. Ну а сейчас я вам скажу условия для того, чтобы принять участие именно в этом конкурсе на 5 лицензий Minecraft с полным доступом. В первую очередь вы должны подписаться на этот канал, во вторую очередь вы должны поставить лайк этому видео. И третье ваше действие должно быть репост записи по ссылке в описании. Это первая ссылка в описании, ищите ее. Вы можете подтягивать для участия в конкурсе своих друзей, а к примеру приз забрать себе, если у них уже есть лицуха Майнкрафта. Почему бы и нет, никто этого не запрещает. Главное, чтобы были выполнены все условия. Ну все, давайте с вами прощаться. Ах да, чуть не забыл. Ссылка на команду и на автора команды будет в описании. Удачи вам, бро. Всем пока.